Мы собрали, ну, то, что сегодня необходимо, вот каждый день, это чай, кофе, печенье, это стиральный порошок, который нужно часто очень стирать, медицинскую одежду. И это не разовая акция, а вот только одна из учреждений здравоохранения, 11-я больница, мы сегодня ее передаем также в каждом районе, на нас будут проходить такие передачи. Ну и также мы планируем две поликлиники города Минска, это, скажем, взять на полное обеспечение в части, значит, антисептических средств, которые сегодня также необходимы. Мы договорились с одним из предприятий города, будем это делать. Мы готовы помогать по совершенно разным направлениям. Работаем и с поликлиниками города Минска, оказываем помощь в разносе рецептов. Сегодня более 9 тысяч рецептов уже наши волонтеры разнесли по учреждениям, по домам, по квартирам одиноко проживающих пенсионеров. И дальше, я думаю, будем это делать. С завтрашнего дня мы будем разворачивать 180 коек и принимать пациентов на долечивание, перенесших ковид-положительную пневмонию. Коллектив настроен положительно. Я хочу сказать, что финансирование выделяется в полном объеме. Мы обеспечены средствами индивидуальной защиты. Очень хорошо помогает бизнес-сообщество, которое в первые дни откликнулись от появления первых инфицированных у нас. Огромное спасибо, что молодое поколение понимает ту задачу, которая стоит сейчас перед медиками, перед нашей страной. И я думаю, что все вместе мы преодолеем однозначно эту ситуацию и путем меньших потерь.